Как я познакомился с Кратосом, приезжал на студию, записывал некий ролик для игры, для новой. Ролик отправляется заказчику, и, как мы все знаем, заказчик, находящийся где-то в другой стране, они все это сверяют по вейформе. Вейформа — это то, что у звукорежиссера вот идет такая некая дорожка. И если голоса совпадают, то выбирают, собственно, тебя. Но вот в данном случае Кратоса повезло, дали озвучивать мне. Пошел из моего дома. Сам нет, не играл, потому что, ну, и времени нет, у меня же еще и театр. Ну, я видел, я в курсе, как это выглядит, и люди, которые играли, которые меня знают, там в театре у нас работает человек, говорит, нашего Мишу и тут, и там показывают. Я предупреждал. Ты не послушал.